Хартикайнин и Сошников. Первая бригада большинства. Еще бросок над перекладиной. Добавление не получается. Закрывает в зоне. Уже 40 секунд катают игроков ЦСКА. Уфимцы 1-0. Хартикайнин. Мне кажется, сейчас будут претензии у Ильи Сорокина, что вроде как там коньком подыграл Хартикайнин. Ну, давайте смотреть. Ну, на мой взгляд, тут все нормально. Не поймешь сразу. Да, добавлять крышку успевает, действительно. Вот бросок Сошникова, кстати, в ногу Манину попала шайба. Ну, хороший гол, как мы, собственно, и думали. Ну, мне такое ощущение, что вот в этой игре первый гол он может решить. Хотя последние несколько матчей у Салават Охты, вот и все. Вот и пока рассуждали, 1-1. Но будет много голов. И Толчинский, по-моему, мстит, да? Конечно, обидно для Мецелы, но надо стараться такие шайбы реагировать. И на Толчинского действительно записана эта шайба. Напомню, что в прошлом матче он оформил дубль. Большая игра нас ожидает. Напомню, что ЦСКА только что Сочи отгрузил 7 шайб, пропустив одну. До этого с Локомотивом тоже было 7 шайб, но на 2 команды. В общем, ЦСКА сейчас интересно. Все, и 2-1. Вот так вот. И опять масочник. Хартикайнин забивает. Все круто получилось. Давайте отметим работу на пятаке. Там привез... Ну, там Ларсон подключился к атаке, он увел защитника вместе с собой. Умар, ух, какой пас. Прошел у него и... Все, Иржи пришел разобраться. И выдает Хартикайнину этот хет-трик. Дубль был, Тему Хартикайнин. Игрок ЦСКА же и отдал эту шайбу прямо на клюшку Хартикайнину. После этого последовал бросок по воротам со средней дистанции. Мы видим, что Секач здесь, конечно же, ошибся. И Сорокин не сумел занять правильную позицию. Но для него это привычно. Он знает, что нужно делать, чтобы не замерзнуть. Ну и, наверное, лучше пускай никто не бросает, нежели бросает Хартикайнин в сегодняшней встрече. Дикий момент! Вот сейчас Сорокин, и показывает он, как действительно не остыть. И слово Александру Фомичеву. А вот здесь Кадейкин. Из-за ворот передача. И все же доходит шайба до Кугрышева. Через... передачу от Колидова. И действительно, если бы Кугрышев сумел шайбу поднять верхом, возможно, Сорокину пришлось бы сложнее. Снова Кирилл. Тут резко нужна неожиданный ход от ЦСКА. Пока все очень просто. Вот момент. И это было здорово. Кирилл Капризов с голевой передачей. И Антон Слепышев замыкает этот пас. Было сильно. Вот и большинство ЦСКА сработало. Искали армейцы вариант, хорошо ходила шайба, и в итоге вывели Слепышева на бросок. Очень здорово получилось в касание, и Мецела не успел в правильной позиции переместиться и отразить эту шайбу. Вот она борьба за Масова. С спаренном отборе пытались у Мамина отобрать уфимцы шайбу, это сделать не получилось. И сейчас шанс еще. Максим Шелунов не попал в пустые ворота. А вот как. Просто не попал. Да, не попал. И под Мецелой шайба прошла как раз мимо ворот. Везение на стороне уфимского голкипера. Здесь в чужой зоне Бурмистров. Он сегодня вместе с Марком Ульей. Панин поймал. А это шайба сквозь Юху Мецела проходит, но не в ворота. Ну и Панин. И в ответ момент. И гол! Фантастический бросок! Линуса Умарка, просто блеск, что они делают. Да, отмечаем передачу Панина, именно он подобрал шайбу после того, как она отскочила от Мецелы. И вот эта длинная передача, Умарк ловит эту передачу перчаткой, и затем сумел он все же пробить Сорокина. Ага, отменили. Вот это еще одна длинная передача. И опять шанс, и опять Умарк, и гол! Что же они делают? Что же делает Линус? Никакого офсайда, все чисто. И дальше укладывает шайбу между щитков вратаря Линус Умарк с потрясающим ускорением и классной доставкой. Поздравляем мы Уфу с хорошей игрой. Город с победой, это было сильно.